Добрый день, с вами Сергей Сечураков. И в этом видео я хочу вам показать результаты работы ротатора компании Access Marketing. Я зашел на V-сервисы в кабинете Access Marketing, и в данном случае меня интересует вот этот модуль Access Ads. Нажимаем. Здесь уже размещенная реклама, две рекламки. Одна рекламка – это мой сайт по компании Kazartex Communication. Вот этот сайт. Дальше другая рекламка – мой канал на YouTube. Возьмем, к примеру, вот этот карандашик. Один из. Здесь введен URL, то есть размещенная реклама. Здесь ключевые слова, по которым идет продвижение. Ключевые слова – Kazartex, Publicel, Kazartex отзывы и так далее. Много. Бюджет. В качестве бюджетов установлено 52 тысячи кредитов, которые будут тратиться для продвижения канала на YouTube. Ну, еще 159 единиц кредитов есть для будущей рекламы. Ежедневный расход 46 кредитов в день сейчас стоит. Я их варьирую от 30 до 60 в день. Ставка. Ставка 1. Язык рекламы на русском языке и целевая аудитория. В качестве целевой аудитории я выбрал страны: Армения, Беларусь, Кот-д'Ивуар, Грузия, Египет и так далее. Россия, Турция, Украина, Туркменистан, США. И что самое интересное, именно из этих стран приходят люди и сами зарегистрируются, либо перед регистрацией интересуются, обращаясь ко мне в Skype, либо на телефон, либо еще другим способом. Дальше. Рекламный элемент. Рекламный элемент – это для того, чтобы внутри системы мне было понятно, что это за рекламный сайт. Так, теперь возьмем ключевые слова. Первое слово – Kazartex. Копируем и идем на Google. Под словом Kazartex в Google видим, на первой странице находится мой ролик, один из моих роликов. Как вы видите, Сергей Чураков – это я. Люди обычно смотрят первую страницу, вторую страницу, третью, четвертую, ну, восьмую, девятую, десятую и далее не смотрят вообще. Возьмем вторую страницу. На второй странице мы видим от voip.megamoney.biz – мой сайт по компании Kazartex. Я вам показал два рекламных элемента, которые находятся в топе. То есть первая, вторая страница – это уже очень хорошо. Возьмем, допустим, тут, если человек набирает, вот, Kazartex, и идет подстановка. Допустим, слово Kazartex Communication LTD кто-то выберет. Опять-таки, мой ролик находится в номер один вообще под этим словосочетанием. Можно также поискать, где-то сайт находится. Не буду на это тратить время. Kazartex. Значит, пойдем на YouTube. На YouTube мой ролик находится номер один. Один из моих роликов. Давайте возьмем другой элемент. Publicel. Взяли Publicel. Вставляем. Опять YouTube нам предлагает разные варианты. Под словом Publicel. Один из моих роликов находится опять в топе. Вывод денег из Publicel на 8 марта. Это тоже хороший показатель. Возьмем другой ролик. Другое ключевое слово. Отзывы. Вставляем. Отзывы. Поиск. Так. По этим отзывам вышел ролик одного из моих партнеров. Маргарита Карпова. Она тоже воспользовалась данной рекламной кампанией. И продвигает свои ролики. Так. А вот и мой ролик. Покупка смартфона компании Kazartex в кабинете Publicel. Опять-таки, это на первой странице. И также можно смотреть все другие ключевые слова. По ним идет продвижение. Таким способом люди ищут информацию, находят меня, выходят ко мне на сайт, либо на ролик. Допустим, вот кликнули на этот ролик. А под роликом есть контакты данные.
куда выйти на сайт, либо зарегистрироваться, либо кликнуть на мой канал на YouTube. И здесь есть регистрация в Public Sale. Кто-то выйдет и выйдет на ссылочку и нажмет «Присоединяйтесь». У меня кабинет этот уже открыт. Значит, вот я нахожусь в кабинете. Какой уже результат? Ну, результаты, как вы видите, люди приходят, делают обновления, регистрируются, люди есть, то есть деньги идут. То есть 1497 денег евро выведено и 672 уже готовы к выводу. Давайте посмотрим на сеть. Вот моя сеть. Как вы видите, в первый уровень 81 человек. Это бесплатно. Люди зашли и делали регистрации. И с ними потихоньку общаюсь. Три человека уже сделали обновление. Давайте посмотрим внизу. С последних. Значит, обратите внимание, люди, которые неактивные, их вот достаточно много, это люди, которые сами пытались зарегистрироваться, и что-то где-то не получилось. Ко мне они не обратились, но фишка в том, в этой компании, что есть номер телефона. А так как компания у нас является мобильным оператором связи, и мне все равно, с какой страны этот человек. С Украины, с Грузии, с России, неважно с какого города. Я просто беру, набираю этот номер телефона и делаю звонок этому человеку. И общаюсь с ним, спрашиваю, почему он зарегистрировался, почему он не до конца. Хочу вывести его на разговор, вывожу. И сообщаю ему свой скайп, придите ко мне в скайп. Либо добиваюсь от него, чтобы он мне дал свой скайп, чтобы через скайп я смог показать ему экран. Либо даю ему информацию, как дальше закончить регистрацию. Так что, видите, первая линия 81 человек. Это хороший показатель. Примерно 50 человек пришло за 2 месяца. Отсюда можно сделать вывод, что компания Access Marketing рекламная, она отлично продвигает в топ любой ресурс, который вы захотите. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!